Здравствуйте, с вами Светлана, и сегодня я хочу вам объявить. Мы в отпуске и объявляем конкурс-розыгрыш. Конкурс-розыгрыш «Подарок с юга». Участвуют могут все, но подписавшиеся на мой канал, уж извините. И обязательно распространить это видео. Извиняюсь, здесь строю этот Подписка отель. Открытая должна быть. Подписка должна быть открытая, чтобы я посмотрела, что вы действительно мой подписчик. А подарок будет, вы увидите какой, с юга. Очень интересный, креативный и полезный. Всем доброе утро. С вами, конечно же, Светлана. Сегодня немножко печальное утро. Почему? Потому что мы сегодня уже уезжаем. Отпуск подошел к концу, но, с другой стороны, не стоит грустить, потому что один отпуск закончился, значит, впереди будет следующий. Сегодня утро, давайте посмотрим, какое оно у нас. Открываем наше панорамное окно и солнышко. Солнышко, посмотрите, какое оно. Выйдем сейчас на балкон, посмотрим. Александр с вами хочет поздороваться. Немножко вас покружу. Здрасте, здрасте. Давайте посмотрим, что у нас. Ох, какая красота! Просыпается солнце. Доброе утро, доброе утро. Наше кресло, на котором мы сидели, отдыхали. У нас их два, одну мы занесли. Другого панорамного окна. Одни панорамные окна. Ужина, завтрак идет. Но для этого специально Александр и покупал этот номер, чтобы было два вида. Я его не купил, я его снял. Арендовал. Выкупил. Я немного неправильно сказала. Арендовал на время. На время отпуска. Золотоискатель ходит. Ага. Не боится упасть, завалиться. Видно? По пояс в воде. Ходит, золотишко ищет. Вот так с утра пораньше многие, я думаю, это местные, с металлоискателем ходят и ищут. Серебро, золото, бриллианты. А сейчас на завтрак, девочки, пойдемте кушать. Ты вазочку взял? Да, конечно. Мы у администратора на первом этаже, мы там в холле брали вазочку. Александр мне цветочки дарил. Нарциссы. Я всегда путаю нарцисс и ирис. Хотя это два разных совершенно цветка, но вот у меня вот так. На завтраке я в кроссовках, в брюках, в футболке, потому что верхнюю одежду там снимаю. Александр в костюме. И в куртке. Наш завтрак сегодня. Светлана сегодня на диете. Ест только кашку. Кашка у тебя сегодня мантная или рисовая? Рисовая. Рисовая. И сырок и два яичка. Это все. И это не то, что я сейчас показала вам, а потом пойду себе. Потому что я-то уже себе взял все. Ну что, берем, то и берем. Ну, я сегодня очень большой выбор. Я попробую, в общем, все. Решил все попробовать. В том числе и каша. Ну, каша рисовая, вкусная. Угу. Приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Я приговорила кашу. Сейчас возьмусь за яичницу. А я приступаю к крылышкам. Сегодня у нас крылышки. А картошка тушеная с фасолью. Очень классная вещь. Кто любит фасоль, девочки? Я фасоль не люблю. И Александр не любит. Но на отдыхе он ест все. Правильно и делает. Выбор большой. Наесться можно. Да.
Можно даже не обедать потом. Что мы и делаем. Светлана приступила к яичнице. Меня только удивляет, почему без ножа она. А у меня сегодня такое настроение. Странно. Вы всегда так аккуратно, культурно кушаете. А сегодня прям... А сегодня у нас выезд. Выезд? Я расстроена. Да. То есть ты показала свое истинное лицо. Да, но я еще сюда вернусь. Да. Девочки. И вы тоже приезжаете. И не один раз. Угу. Я продолжаю я хотела спросить, кушать крылышки. У зрителей, кто ест яйцо ложкой? Напишите, пожалуйста. Я ем всегда вилкой и ножом. Не просто яйцо, яичницу. Да. Глазунью, глазунью. Кто ест ложкой? Вот мне просто интересно. Если кто ест, напишите. Приятного аппетита. И вам. Ну, давайте посмотрим еще раз террасу, оглядим. Ну, вообще, вот эти вот кусты прям расцвели, расцвели. Прям красота, красота. Ну, и вот эти очень похож на искусственные, хотя это настоящий, натуральный. Пушистик такой, пушистик. Ну, пойдем, да, наверх сходим. Можно зайти на террасу с одного крыла и с другого крыла. Летом работает фонтан. Смотрите, какие интересные столы здесь. Да? Все здесь потом помоется и приведется в порядок. Будут люди отдыхать. Но это летом. На майские праздники уже можно приезжать. Но я не знаю, будут ли свободные места. Бронируются места заранее. Далеко заранее. Как это делали мы. Ой. Вот сразу хочу сказать, что... А если не сразу? Второй отель. Их же два фламинго. Вот у нас. Они на одной территории. Новый корпус, да, и старый корпус. Старый корпус. Все номера без балконов. У них общий балкон на весь этаж. Ну да. Вот. Туалет, ванна в каждом номере, но вот балконы только на весь этаж. Ой, собачуля выгуливается. Шум моря послушать. Красота. Рыжий котик пришел на работу уже в тир. Ага. А еще закрыто. Может быть, он сторож? Здесь вот хорошо летом сидеть. Просто прелестно. Здесь на 4 стола. Очень хорошо. Так. Ой, пойдемте посмотрим котю рыжего. Вот он котик сидит. Но он, наверное, за сторожа. Вот наш новый корпус. Самый лучший. Ну, здесь уже, знаете, кто что хвалит. Но мне нравится. Я смотрела... Номера в старом корпусе нам показывали, не понравилось. Понравилось только в новом. Начинаю собирать вещи уже в отеле. С чего я, девочки, обычно начинаю? Я проверяю все тумбочки и выкладываю на поверхность, чтобы ничего не потерять, не забыть. Конечно же, если вы что-то ценное забудете, вам вышлет. Итак, я выкладываю все на постель, на ровную поверхность, чтобы я видела, что у меня есть и куда все это разместить. Мне так кажется удобно. Из всех-всех ящиков все удаляю. Так, далее что я делаю? Далее я начинаю смотреть, что у меня осталось в чемодане нетронутым, который мы привезли с собой. Вот совсем не нужно было... Это фен с щеткой. Фен и щетка. Щетка удаляется из фена, чтобы не быть такой большой. Там отстегивается. В принципе, не нужно было брать с собой ее. Почему? Потому что здесь есть хороший фен. И проверяю вот здесь все. Допустим, ничего не забыли. Если вы что-то убирали в сейф,
Проверьте. Сейф должен быть открыт обязательно, чтобы вы там ничего не забыли. Так, проверяем, что у нас в ванной осталось по ящичкам. Тоже смотрим, здесь пусто. Здесь пусто. И забираем с собой щетки, естественно, потому что они наши, зубная паста. Так, вот купальные костюмы, девочки. Костюмы купальные. Так, о чем я? О фене. Фен. В принципе, и посушить волосы удобен. И, допустим, даже уложить прическу также можно. Подходит. Так, что у нас далее? Что нам не пригодилось? Не пригодился мне и Александру зонтик. Во-первых, не было плохой погоды такой, вот один день только с мелким дождем, а потом у нас куртки с капюшоном тоже не нужно было. Так, пакетики какие-то на выброс. Это я вот такого петушка купила на Пасху. Буду оформлять по приезду. Так, и остальное все. Можно с собой не брать гель. Здесь гель дают, шампунь дают, но я гель брала вот немножечко свой, потом шампунь я для себя брала свой, потому что это для моих волос. Ну и все, вот купили 2 йогурта в дорогу. 2 хватит, потому что, ну, не предполагаю в дороге наедаться. Воду обязательно взяла, подарки, косметику, вроде все я так собрала. И здесь вот у нас лежит одежда. Сейчас я буду укладывать. Посмотрим, поместится или нет. Ой, камешки. Девочки, я же набрала камешек. Мне кажется, все везут камни. Потом покажу, какие это мусор. Будут убирать номер и уберут мусор. Я бы выкинула, я не знаю куда. Здесь не выбрасывают сами. Потом покажу, какие камни и чего. Вообще привезла с Александром. Привезли мы с моря. Что мы здесь купили, какие подарки, что на розыгрыш. Я говорю, на розыгрыш показывать, нет, что будет, или сюрпризом лучше. Напишите, как вы думаете. Смотрите, интересно, море идет глубокое, среднеглубокое и вот такое вот. Красота, ну просто красота. Чистейшее море, чистейшее. Александр дышит воздухом, загорает. Сегодня уже не идем плавать, потому что купальные костюмы будут мокрые, так он решил вот позагорать. Ага. Загораем, да? Загораем. Так, ладно. Так, но пока Александр принимает солнечные ванны, я уже все собрала. Все тумбочки все проверила. У нас чемодан сюда ехал полупустым. Сейчас вот полный, да, девочки, полный. Сумка здесь у нас идет. 2 пакета, опять же, с подарками. Ну, не только с подарками, для себя подарки тоже, я имею в виду. С подарками это для близких, родных, для себя, любимых. Так, сумка, пакет, то есть будет у нас с едой. Я не знаю, если поместится вот в эту сумочку, то будет шикарно. Если нет, то просто будет пакет с едой. С едой, ну не знаю, у нас есть время. Мы погуляем и обязательно что-нибудь приобретем. Мы выезжаем из отеля в 12 часов, чтобы горничная успела убрать полностью номер для следующего заезда. А уезжаем на поезде мы в 6 часов. Хотя бы за 1,5 часа быть на вокзале. Ну так, знаете, у меня муж любит заранее. Я могу приехать на вокзал за 30 минут. Он заранее. 1,5 часа это 100%. Кто так приезжает на вокзал, напишите. Вот, и у нас есть время с 12 часов выезда из номера до, ну хотя бы там 4:30 вечера. У нас есть время. Мы походим, погуляем еще, посмотрим на море, по набережной погуляем, в город сходим, купим продуктов в поезд. И
А, сходим еще поужинаем в кафе, потому что, чтобы в поезде не кушать, а только чай попить. Мы купили пакетики, кофе купили, пакетики с чаем. Были, когда мы блины ели в кафе, я там не пила с чаем, сахар не ложила в чай, я вообще чай без сахара пью. Вот эти вот пакетики как раз я с собой взяла в поезд. Там можно все купить в поезде. Там и чай, и кофе, и сахар, и из ресторана вам принесут все что угодно. Ну, если я не пью чай с сахаром, я взяла из кафе сахар. Я экономная. Да нет, конечно же, просто взяла и все. Так, что еще? Мы покушаем и на вокзал. Если что-то будет интересное на вокзале, ведь не все видели Адлерский вокзал внутри, я вам обязательно пройдусь, покажу интересно что. Солнечный день. И даже что-то цветет. Не знаю, что, девочки, это. Я не знаю. Мелкие какие-то цветочки такие. Что это? Я безошибочно могу назвать абрикос и яблоню. А все остальное под вопросом. Отели строятся сверху. Огромные. Ой, всем хватит места. Вот море одно. Понятно, что территория с нашим отелем. Ну, что тут? Не знаю, что это. Мне кажется, это здесь раньше был какой-то отель. Или он есть какой-то отель. Но ухода никакого. Не жилой. Надо его выкупить кому-то. Девочки, кому нужен отель? Выкупите, будете тут жить. 20 марта, начало, это когда еще было? Это уже было. Это когда еще было? Вот, отельчик симпатичный сверху, а снизу на первом этаже кафешечка. В Адлере застройка сумасшедшая. Прям много строится. Ой, сейчас люди пройдут. И здесь даже продажа апартаментов идет. Продажа. Вот написано и телефон, и номер, и все. Это вторая линия от моря. Мы с Александром. Нет, это не вторая даже линия. Это, в принципе-то, первая считается. Вторая – это туда дальше. А это у вас из окон будет видно море. Да. Ну, я представляю, сколько здесь будет стоить жилье. Прям даже боюсь спросить. Ну, я показала вам телефон. Озвучить сумму. Да, я показала вам телефон. Если будет желание, можете позвонить и узнать. Вот эта вот кафешечка, мангал. Здесь очень вкусно готовят. И вот рядышком прям это же здание свежие соки жмут, выжимают. Правда, дороговато, но все равно вкусно. Я думаю, может быть, нам сегодня сходить на рынок, посмотреть, купить яблок в дорогу. А, Саш, я говорю, может быть, нам купить яблок в дорогу? Кого? Яблок. Ну да, можно сейчас. Прогуляться? Красота. Широкий пляж. Но здесь потом вот этот пляж, его к лету более облагородят. Ну, сами понимаете, зима зимой. Но он такой широкий, большой, и здесь более прохладное море получается, потому что там впадает река. Но здесь нет волнорезов. Вот именно вот здесь, вот видите, такое кафе летнее, вот именно здесь впадает река. Самолет летит. Ну что, пойдем, не будем время зря терять, а я наслаждаюсь пальмочками. Также в Адлере есть на набережной и Макдональдс, и KFC. Но сейчас Макдональдс от нас ушел. А KFC остался. Ну, я хочу сказать, что фастфуды пусть идут. Пусть занимают нашу лучше эту нишу с какими-то интересными блюдами. Блины с икрой, допустим. Или с морепродуктами. Я просто очень люблю морепродукты. Приучила всех в своей семье. Поэтому они также с удовольствием едят. И к чему-то моя семья меня приучила. Ой, какая собака! Но они здесь такие ленивые.
Просто жуть. Вот ее нужно обойти, она не отойдет такая. Вот это кафе летом очень классное. Музыка. Здесь много различных блюд готовят, очень вкусных. Ну, как мне кажется, и в различных городах нашего юга. Сыроварня. Кстати, мы здесь не были с тобой почему-то. Что-то мы с тобой не пошли. А надо бы в следующий раз. Девочки, кто будет, расскажите, что здесь. Чайхана, инжир и сыроварня. На первом этаже даже вот. Давайте зайдем, посмотрим, там декорация. Ой, прикольно, они даже сено. Сено, корзинки, бетоны с молоком, по-видимому. Пальма. Ой, как я люблю вот эту вот южную растительность, девочки. Кафе «Старый город». Очень вкусно здесь готовят. Знаете, вечерком прийти, бокал вина выпить южного, закусочки какие-нибудь вкусные. Только закусками и вином не увлекайтесь. Прям солнышко, солнышко, тепло. А, какая малышка, собака. Девочки, как я соскучилась по своим яркушкам. Не поверите. Каждый день мы их видим по видеосвязи. Но с сыном, естественно. И он нам показывает наших яркушек, девочек, ёрочек. Но все равно скучаю прям по ним. Ну и, конечно же, по сыну. Так, у нас это самое, остается один день до выхода на работу, поэтому мы, наверное, с Александром заедем к маме, к сестре, да? Конечно. Заедем и подарки привезем, и, опять же, мы соскучились. Пока мы были в отпуске, мы отдыхали, но соскучились. Мы продолжаем гулять по Адлеру. Вот, вышли ближе к речке и смотрим в сторону Абхазии. И там вот такие горы, все еще в снегу. А вообще мы сейчас идем в один магазин, где хочу Светлане сделать еще один подарок, если, конечно, ей понравится. Только этот магазин надо найти. 3 года назад он был, а сейчас даже не знаю. Вот, Светлана. Да. Я любуюсь вершинами гор. Ну, вот мы пока ходим, гуляем, смотрим. Пальмы. И горы снежные. А да. Чем выше гора, тем там больше снега. Больше снега, да. Ну, так красиво вообще, девочки, очень красиво.